В Махачкале стартовал 18-й всероссийский турнир по самбо на призы заслуженного мастера спорта СССР Гусейна Хайбулаева. На кону 5 комплектов наград. Их обладатели определят около 200 участников. Соревнуются спортсмены из различных регионов страны. За ходом поединков наблюдают почетные гости, в их числе чемпион мира по самбо Гусейн Хайбулаев. Отличие этих соревнований в том, что они поочередно проходят то в Дагестане, то в столице Кубани. В этом году немножко традиции изменили, и соревнования в Махачкале проходят второй год подряд.